Доброго времени суток, дорогие подписчики и просто зрители моего канала. В общем, сегодня на моем канале новый проект под названием, в общем, точнее, тот же проект «Город Майнкрафта», но второй сезон, то есть уже новый сезон, уже не Якуонорск, а Айсатовск, ну, город Айсатовск. Айсатовск, ну, потому что я назвал, ну, честь, в общем, персонажа из аниме «Первоклассный адвокат» Чихиро Айсатов, или же просто Мияфей. Да, я фанат этой аниме, собственно, и персонажа, соответственно, поэтому чего бы и нет. Ну, у меня раньше был вариант, типа, назвать Эджертоск, ну, ассоциация была, типа, либо Майлз, либо Грегори, но решил остановить свой выбор на название Айсатовск. В общем, так вот, произошло такое вот отступление, друзья, поэтому, в общем, приступим к обзору сегодняшнему. И сегодня в этом выпуске я построил 3 частных дома, вот так. Ну, в принципе, ничем не отличается, разве что окраской, то есть один, то есть, ну, по форме они просто тупо коробочки, такие вот коробки. Давайте заглянем в самый первый дом. Улица Бакинских комиссаров, дом 1. Первый дом. В общем, нас встречает вот такой вот коридор, вот такой вот, там 3 комнаты, там есть спальня, кухня, ванной с туалетом и кладок. Давайте зайдем. Ну, тут у нас такая комната, у нас верстак, кровать, двойной сундук, полки с книжками и столик, ну, в смысле, еще и MacBook стоит. Ну, типа MacBook в Майнкрафте. Там практически то же самое стоит, но там рамка у каких-то фигм исчезла, но там просто стол со стулом. Проходим дальше, у нас такая вот кухня, ну ничего особенного, такая вот обычная кухня, ну, но важный момент, в общем, интересный факт. При строительстве у меня был, в общем, каждая комната в этом частном доме, когда я строил, ну, занимает площадь 16 квадратов, то есть 4 на 4, ну, если верх моим расчетам. Так вот, что здесь располагается, тут у нас печка с вытяжкой, холодильник, раковина, стол со стульями. Вот такая вот ванна с туалетом, правда, темно, к сожалению. Просто добавить свет и... Хотя фиг с этим. Ну, зато, можно сказать, скудно вышло, но... Но зато просторно. Кстати, вот небольшой лейтсбилд, друзья, сейчас делаю что-то вроде стиральной машины. Я, короче, решил не париться, а просто заменить железный люк на деревянный. Обычный, то есть. И последняя комната. Вот такая вот. Вот у нас кладовка. Тут у нас 4 наковальни, 4 верстака, 4 сумка. Типа маленькие люки. И такая вот печка, которая, ну, качество, ну, выступает вроде обогревателя. Такая печка. В общем, вот такой вот дом был. Кстати, эти дома одинаковые, то есть комнаты одинаковые, так что зацикливаться на них мы не будем. И последнее вот что, это у нас на крыше, у нас такой дымоход, то есть такая труба, из которой валится дым. В общем, друзья, вот такой вот получился, ну, пилотный выпуск проекта, нового сезона проекта «Город в Майнкрафте». В общем, понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В общем, всем... Ну и, конечно же, не забывайте писать мне идеи, что построить в этом городе. В общем, друзья, вот такой вот у нас вышел пилотный выпуск нового сезона. Всем удачи, всем пока.